Совсем скоро на телеканале «Россия-1» состоится премьера сериала «Лимитчицы». По сюжету первая половина 70-х по всему Советскому Союзу строится предприятие легкой промышленности. Сотни тысяч молодых людей и девушек устремляются на работу. И среди них три подруги – Маша, Нина и Зоя. Они переезжают из деревни в новый строящийся город, где им предстоит работать на ткацкой фабрике. В их судьбах сразу происходит головокружительный поворот. Девушки влюбляются в одного парня, но счастливой избранницей Ивана станет только одна из них. Главные роли в картине исполнили Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Ольга Лапшина, Владимир Кошевой, Михаил Евланов и другие. Премьера сериала «Лимитчица» состоится уже в июле этого года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.